Кассационный суд Каира на 3 октября назначил заседание по делу сыновей экс-президента Египта Хосни Мубарака Аля и Гамаля, сообщило во вторник официальное египетское информагентство МЕНА. На эту дату намечено рассмотрение их представления о включении срока, отбытого ими ранее в предварительном заключении, в счет наказания по делу о финансовых махинациях, получившему название «Дело о дворцах». Если просьба сыновей Мубарака будет удовлетворена, их наказание по делу о дворцах будет считаться полностью отбытым. Уголовный суд 9 мая приговорил Мубарака и его сыновей к 3 годам тюрьмы за махинации с госсредствами, выделявшимися на ремонт президентских резиденций.